Неделя отпуска пролетела, я вернулся, и пришло время убирать третий урожай томатов. Вот посмотрите, как они растут в мешках. Отличные по размеру плоды сорта сибирское яблоко. Я про них не говорил ничего, но вот такого размера томаты. Потрясающе дозревают. Вот. Кёнигсберг. Тоже вот такие огромные большие помидорки. Будем сегодня некоторые из них убирать. Но и остальные сорта, я про них рассказывал. Даже карликовые помидорочки. Вот такой дают урожай. За ту неделю, пока меня не было, тыква тромбон достигла вот таких размеров. Но я посмотрю все-таки, до какого размера она может дорасти. И кругом вот такие плоды. Я под них подкладываю дощечки, чтобы сейчас пойдут дожди, чтобы она не гнила. Вот видите, немножко хвостик как-то так подгнивает. Но ничего, вроде не мешает этой тыкве развиваться. Ну и кругом, куда она только не убежала, везде вот такие вот тромбонины. Даже под этой красивой туйкой. Вот. В освободившиеся после сбора урожая мешки я подсаживаю зелень и овощи, которые любят расти, в том числе осенью. Ну, например, вот тут вот. Вы видели, как я убирал первый урожай картошки. Сюда посадил зеленый лучок. Вот будет у нас свежий зеленый лук. В освободившиеся от капусты мешки посадил редьку черную 20 июля. Одна из любимых подписчиц посоветовал это сделать именно в этот день. Ну, так и сделал. Посмотрим, что получится. А в мешок, освободившийся от чеснока, посадил маргеланскую редьку. Тоже 20 июля. Ну вот, сегодня, 11 августа, она у нас такая вот. Хотелось бы, чтобы получилось, потому что маргеланская редька очень любима в нашей семье. Картошку в мешках, мне кажется, можно уже смело начинать и подкапывать. Ну, пару мешков сегодня копану. И обязательно покажу результат. Сегодня 11 августа. И я выкопал еще картошечку из двух мешков. Ну, вот этот мешок у меня выдал на гора 4,5 килограмма картошки. Это 6 штук посаженных картофелин. Этот поменьше, 3,5. Много еще мелкой картошки, ну и есть крупная. Конечно, надо, может, и попозже выкапывать ее, но кушать очень хочется. Я считаю, результат очень даже неплохой. Зацвели у меня первые гладиолусы. Вот такие красавцы. Самое приятное мгновение для дачника-огородника – это сбор урожая. Вот такой урожай дает мне мой небольшой огородик в мешках. Судите сами, можно ли выращивать овощи в мешках или нет. Если этот ролик и мои эксперименты по выращиванию овощей в мешках вас заинтересовали, поднимайте большой палец вверх. Подписывайтесь на мой канал «Сад и огород в мешках». Спасибо за просмотр и до новых встреч!